Ровно в 16 часов 30 минут через ворота парка прошла новая транспортная техника. Два троллейбуса модели АКСМ-321 стоимостью порядка 310 тысяч рублей каждый уже совсем скоро выйдут в город, чтобы перевозить пассажиров. Этих троллейбусов мы планируем получить до первого полугодия, скажем, если точная дата, это до апреля, 12 единиц. Сегодня пришли первые две машины. Естественно, эта машина абсолютно новая. Новые технологии с достаточно большим количеством импортных составляющих. Вот, немецкий мост, например, здесь установлен. Отличий у новых троллейбусов от их предшественников относительно немного. Однако они есть. Лобовое стекло стало больше, что позволяет расширить угол обзора водителю. Изменена комплектация задних фонарей. Кроме того, в машинах сразу установлены логотипы. В производстве троллейбуса были использованы как белорусские, так и импортные технологии. Что они дают? В первую очередь, мы повысим качество перевозок, безопасность перевозок, потому что у нас есть машины, которые уже требуют выхода из своего нормативного срока и которые требуют замены. Эти машины будут работать на всех маршрутах, вот, которые мы получаем. В ближайшие дни троллейбусы будут собраны в депо, в них установят компостеры. Ежедневно на рейсы с парка выезжают более полусотни машин.